Привет всем! Это уже второе видео у нас. Значит, здесь мне надо было якобы варить только пятачок, то есть заменить вот это разбитое гнездо под тягу. Но как оказалось, здесь у нас нужно обваривать его. Все это, причем все это гнилое нужно прихватываться к более толстому металлу где-то здесь. Дальше у нас идет амортизатор. Там сплошной ужас. Вот оно видно, что здесь все выгнило и вырвало. Здесь нужно вываривать какой-то, я не знаю, профиль. Вот так вот как-то отрезать все это дело. И вываривать новый. Надо снять фаркоп, снять глушитель, так как они мешают для сварки, для доступа. Значит, здесь вот говорится, здесь не к чему, тут надо вырезать вот до сих пор, наверное, вот отсюда все это вырезать до вот сюда, вываривать сюда новую, и уже потом только что-то мутить с амортизатором. Здесь еще пока все на месте, конечно, что-то можно придумать, но здесь тоже уже оно все на грани. Берем, здесь мы уже отверстие одно прорезали, теперь нам нужно разметить с этой стороны второе. Дальше вставляем в болгарку круг как можно меньшего диаметра. И начинаем вырезать квадрат. Здесь диаметр почти 2 сантиметра, диаметр этого стержня. И просверлить такое отверстие мне нечем. Поэтому я вырезаю квадрат, потом я должен, не важно, чтобы оно было параллельно, то есть вот так вот. Ну а потом я уже все это дело обварю. Вот сейчас мы совмещаем приблизительно, видим, что оно все у нас ровно. Но здесь мы вырежем этот квадрат немножко больше, для того, чтобы потом можно было центрировать. Вот в этот забьем, а в этом методом шата можно было центрировать. Так, готово. Здесь недорассказал, когда вы надрезали, ее держит, там болгарка не дорезает, там, ну, по миллиметру, наверное. Берете зубилом, наставляете сюда, вот в это место. Молотком клац, она прогибается и потом отламывается. Я очень часто прибиваю к таким действиям. Значит, здесь у нас плотно, это у нас будет перед. То есть, ну куда, откуда это, куда я вставляю, сейчас я вам покажу. Здесь у нас получается небольшой шат во всех направлениях. Этим мы уже отцентрируем. Подмеряем, отцентрируем, возможно, обварим там на месте уже. Будет видно. Ну вот, сюда оно должно выйти. Таким вот образом. Только я сделаю это ничуть не так. Отсюда я вгоню, это сейчас подрежу, наверное, вообще срежу, да, сейчас болгаркой срежу вот эту часть, вставлю, чтобы отсюда вылезло, ну и там уже мы потом продолжим. Сюда крепится амортизатор, а это часть лонжерона, которая сгнила, то есть я вот эту часть лонжерона вырезал и вварю этот квадрат вместо того лонжерона. Сошлифовали эту часть, теперь у нас тут я накрутил гайку, чтобы не повредить резьбу. Ну и пытаемся вот так. Так, отлично. Смотрим сюда, здесь у нас должно выйти. Вот оно как раз становится вот так вот. Супер. Здесь заподлицо у нас стало. Мы имеем небольшой
вправо-влево. Здесь мы обварим как раз. Вполне удобная позиция для обварки. И все сохраним на своем месте. Так, у нас оно стоит все параллельно. Это у нас отлично, значит. Да. Угу. Сейчас пойду подмерю и обварю все это дело, после чего уварю эту часть лонжерона. Я вырезал вот эту всю гниль отсюда и хочу варить сюда вот эту часть. Вот, собственно, сам амортизатор. Вот таким вот образом. Он немножко меньше, поэтому обваривать мне его будет, в принципе, удобно. Значит, вот мы установили ее. Здесь замерил я расстояние между креплением и днищем. Совпадает, то есть, как и в этой части крепления амортизатора. Значит, вот такая вот она у меня вышла запчасть. Я вварил ее сюда. Вот она там проходит. Варно здесь по толщине здесь 3 миллиметра. Здесь вот 3 слоя где-то по миллиметру, наверное. Ну, в общем, сейчас я вас вставлю я вовнутрь. И немножко вовнутрь вставляю здесь вот. Теперь все это дело обварю. Ну, а после уже замажу. Ну и, кажется, все на этом. Так что соединимся уже после обварки. Ну, а там будем уже продолжать дальше. Так, с одной проблемой разобрались. Теперь вот эта проблема. Будем приступать.